27 ноября все профсоюзные работники Якутии отмечают свой профессиональный праздник. Не остались в стороне и удачницы. В преддверии праздника было решено провести спортивно-развлекательное соревнование «Профсоюзник готов к труду и обороне». За звание лучших боролись 8 команд. Кто же стал лучше, узнала Ирина Балкова. Хорошая физическая подготовка, спортивные умения и не только. Оказать первую медицинскую помощь, продемонстрировать столярное мастерство – все это входило в программу соревнований. Подобное мероприятие в городе проходит только второй раз, но организаторы и болельщики уверены, что станет доброй традицией. В этом году, я смотрю, он набрал еще больше популярности. В прошлом году было 6 участников команд. Сейчас уже 8 команд участников, много детей. Я думаю, что это просто профсоюзный праздник. Решили провести такое мероприятие и дать хороший пример всем вот среди профсоюзного актива. В течение 2 часов спортивный зал Центра дополнительного образования детей просто бурлил. Замечательно, что есть у нас такие вот мероприятия, соревнования, мы можем где-то пошутить. Тут же мы выясняем, кто из нас хитрее, кто из нас сильнее, кто быстрее. Третьими стали профсоюзники подземного рудника «Удачный». Немного опередили горняков и стали вторыми представители автобазы технологического транспорта. Ну а кубок победителя достался команде обогатительной фабрики номер 12. Все призеры получили ценные призы, памятные сувениры от организаторов соревнований. Одним словом, праздник. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».